Друзья, всем здорово. У нас сегодня будет такой опасненький видос для меня. Почему он опасненький? Не, он не опасненький, он... Короче, я думаю, вы в курсе, что существует такой формат в YouTube. 24 часа говорю «да». Короче, история в следующем. Вы в курсе, да, что я целый месяц на своем основном канале пушил кубки в игре Brawl Stars? Так вот, я целый день не выходил просто с квартиры, целыми сутками сидел у себя в студии. Я практически не видел своего ребенка, а он у меня о как подрос. Я не видел Лену, мы практически никуда с ней не ходили, ну то есть практически не уделял внимания. Я решил сегодня в качестве эксперимента записать видос, взяв один популярный формат. Это 24 часа говорю Лене «да». О боже, ребята, приготовьтесь, это просто будет сумасшедший видос. Я даже понятия не имею, что Лена может придумать сегодня, чтобы меня прям полностью поэксплуатировать. Все, что она сегодня скажет, я не имею права отказать. Это логично было бы сделать на 8 марта, которое, собственно говоря, уже скоро будет. 14 февраля также скоро будет. Но нет времени ждать. Я закончил пуш. Ну, точнее, я его не закончил, но вы знаете, по каким причинам я это сейчас не делаю. Поэтому сегодня мы делаем выпуск 24 часа. Говорю Лене «да». Поехали Лену обрадуем. Лена, привет. Привет. Мы записываем новый ролик на лайв-канал. Знаешь, в каком формате? Ты же говорила, ну, что, блин, постоянно играешь в эту игру, пушишь там кубки, да, и мы не видимся. Короче, сегодня я полностью ухожу со студии, я не буду сегодня ни играть, ни ничего делать. Я сегодня полностью в твоем распоряжении. Правда, это не 8 марта, ты не перепутай только. Единственное, что сегодня будет, это вот ты что меня сегодня попросишь, я не имею сегодня права отказать. Погулять там, чё, ну в общем, там, не знаю, помыть посуду, надеюсь, нет. Там приготовить, покушать, все, что ты захочешь. Только, пожалуйста, без фанатизма. Я сегодня готов это исполнять в качестве, я твой раб сегодня. Ты готова? Хочешь такой ролик записать? Ну, конечно, а кто не хочет? Так как мы только проснулись, начинаем завтрак. Да? И тебе еще... Ой, спасибо. И ты будешь мне помогать? Я буду за тебя Да, я буду за тебя видеть. Слушайте, ну я не пропаду с такой помощью. Короче, Данька пообещал мне помогать. Это, короче, не запрещено правилами, поэтому я надеюсь, мне Данька поможет сегодня. Ребят, пожелайте мне удачи, проставьте лайки, напишите в комментариях, хотели бы вы записать еще несколько серий в подобном формате. Я хотел с котом там записать, наоборот можно, потом Лена будет, точнее, да, мне каждый целый день говорит «да». Если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то мы запишем еще несколько серий в таком формате, но уже поменяемся ролями. Ну что, приступаем? Лен, смотри, я не буду бегать у тебя выпрашивать какие-то желания, поэтому я буду заниматься своими делами. Если ты вдруг что-то захочешь, ты включишь камеру и меня об этом попросишь. Я понял, пошел. Не переживай. Все, я пошел. Да? Давай. Я тебе не нужен? Не, позовешь нас на завтрак. В смысле на завтрак? Ну, ты же завтрак готовишь? В смысле, я завтрак готовлю? Блин, ну ты же знаешь, что я приготовлю невкусно. Ну, тебе ж кушать. То есть мне самому готовить завтрак? Ну, тебе ж завтрак, не я приду готовить. Так открывай. Мне только себе или тебе тоже? Ну, на всех готов. Ребят, вы бы знали, какой из меня повар. Да. Повар из меня так себе. Так что давай, иди готов кушать. Да. Так, я на кухне. Короче, я знаю, что вот эта плита, она разогревается. Сюда ставят какую-то посудину, что-то туда закидывают. Оно там кипит, ты потом все это на тарелочку и кушаешь. Но я не знаю рецептов, поэтому самое простое, что я могу приготовить, это яичница. Ну или омлет. Так, для этого мне понадобится... Так. Как омлет? Лазаньи не будет? Слышишь? Там не с тобой ролик записываем. Вот как будем с тобой записывать ролик, потом и будешь лазанью требовать, понял? Лена не уточняла, что мне готовить. Кстати, если вы хотите, чтобы мы с котом записали такую серию, лайки ставьте. Поехали, я готовлю яичницу. Наверное, сюда надо масло какое-то. Если закончатся яички... Сынок, ты мне поможешь? Да, если на яички закончатся, сам поедешь, потом идешься и вырезаешься. Итак, смотрите, вот он завтрак, смотрите, какая креативщина, это ж холодик. Ну что, смотри,
Класс. Что, нормально я придумал? Просто, да. Ну все. Как видите. Ветчина, огурчик и омлетик. Давай, всё. Даня, я попробую. Ну там может быть со шкарлупой, но... Кстати, вкусно. Все, первое желание я выполнил, ура! Все, теперь кушаем. Я там приготовил не только Лене, там еще и у нас осталось, сейчас поедим. Фух, блин, это только первое желание, а я уже так устал, впереди еще 23 часа. Ладно, всем приятного аппетита. Валь! А? Посуда! Что? Посуда еще осталась. Вот честно, я больше всего, ребята, ненавижу мыть посуду и представляю, как ее не любят мыть женщины. Поэтому я об этом позаботился. Посудомойка! Ха-ха! Заскамить меня хотели? Не получится. Изи. Мам, я хочу на горке покататься. Вань. Я вас услышал. Отходи быстрее, я не могу держаться. Так, тогда что, езжайте? Да, и ты с нами давай. Что это? Ого, тут дерево, тут подстава. Зашибись. Помните, я вам предлагал купить шину, вот такую, и привязать к машине? Мы уже заказали, так что ждите. Давай, солнышко. Смотри, как идет. Отходи. Давай, на счет три. Стой, стой! Сейчас! Штанга! Штанга! Еще чуть-чуть, и я бы намотался на эту штангу. Итак, сейчас Лена на перегонки. Лена. Давай, давай. Так, давайте на счет три толкай ее и меня. Давай. Раз, два, три! Боже, как не страшно было! Даня, папа хорошо желание исполняет. Конечно. Ешь, ну что, ешь, отец. Так, на счет три. Давай. Давай. Раз, два, три. Поехали. А, я поздно толкнула, ну ладно. Ну что, второе желание я выполнил. Причем успешно. Данька нагулялся и даже уснул. Ну что, Лен, я выполнил твое следующее желание. Надеюсь, ты довольна. Я покатался, да? Да, довольна. Ну, на даче как-то скучно. Надо ехать домой. Что? Там загадывать желание. В смысле, на даче мы не будем? Едем на домой, на квартиру? Конечно. Да, хорошо. Ух! И мы дома. Довольно? Угу. Надеюсь, я могу отдохнуть хотя бы немножко. Это моя вообще работа говорить, да. Скажи мне, иди на компьютере поиграй. Иди поиграй. Конечно, пойду поиграю, спасибо. Пацаны, слышали? Мне сказали пойти поиграть на компьютере. Поэтому включаем компьютер. Хотя нет, стоп. Что? Постирать надо после дачи. Кого постирать? Это мастерка. И потом я могу поиграть на компьютере? А потом можно. Ладно, пойдем постираем. Надо раздеться. Так. Первую в машинку, да? А это в сушилку потом, да? Да. Так, Лен, закинул. Закрыл. Включаю. Ты знаешь как? Этот режим. Какой режим? Этот. Да, ты знаешь, а другой режим нет. Потому что не знаете, сколько лить. Ого. Стоп, еще секунду. Так. Вот. Он правильный режим выбрал? Какой, да. Ты знаешь, какой мама всегда включает? Да, я знаю. Ой, этот режим всегда. Да, он правильно? Да. Ничего себе. Так, и что, старт? Все. И... Все нормально. Да? Ну хорошо.
Ух ты. Все? Да. Теперь только ждать? Ну все, Лен, я справился с заданием. Ну, мы тебе чуть-чуть помогли, да. Ну понятно, что помогли. Все? Да. Пока все. Теперь она будет стираться, да? Да. А теперь... Постирается, потом сушилку. А теперь я пошел играть в компьютер. Иди играй. Ребятки, посмотрите, что я приготовил. Да ладно, шучу. В этот раз меня Лена не просила готовить. Не знаю, она, наверное, по традиции, по накатанной приготовила. И позвала меня кушать. Зря, могла воспользоваться. Ну что ж, я покушаю. День уже подходит к концу, уже половина дня подошло. Так что... Надо было доставку делать, а не готовить. Какую доставку? Которую ты поплатил. Еды. А, ну ты ж не додумалась. Так что приятного мне аппетита. Да, а вы возьмете кого-то на флаг. Вань. Чтобы оба было прокачано. Да. Мне тут надо уйти, поэтому ребенок на тебе. Куда? Пойду погуляю. Че? Давай, зайчик. Да на фитнес пойду. Вот прям сейчас. Повод Даня оставить. Зоечек, прям сейчас. Прям сейчас. Даня, ты на папу остаешься. Да. Можешь гулять с ним во что захочешь. Да, гулять. Окей. А ты точно на тренировку? Точно, точно. Данечка, пока. Пока, мам. Пока. Ну что, бродяга, что будем делать? Гулять, а потом и купать, а потом гулять. У меня два гаджета еще. Тебе один наши. Оба. А у них еще два. Пум. А то ты там. Ну, закерил каточку на динамайке. О, ты пришла. Короче, дорогие друзья, Лена пришла уже с этого, с фитнеса. Я ей говорю, блин, Лен, ну вот ты вообще смотрела ролики? Хоть, ну, хоть секунду смотрела, как снимали выпуски 24 часа, говорю, да. Все там заказывают какие-то там лимузины, там, в любом магазине любые покупки, там, я не знаю, самые дорогие вещи. Я думал, ты мне шубу попросишь. Ну, а Лена у меня, видите, такая вот скромная, даже на это не додумалась. Просто попросила мне помочь там, сям, то все вот для нее это важно, понимаете, а не что-то купить, блин. О, мам, купи. Что тебе купить? Человечка. Лучше сыну купи, он человечков хочет. Зря я на это повелся и зря я вообще намекнул. Ладно, я отправляюсь в магазин. Открывай. Хорошо. Ты видел какие? Это ж вот этот, сыночек, вот это можно ж, помнишь, вот это качать голову? Вот. А эти? А этот растягивать можно. Как? А у меня мальчик? Не, нет, вот, вот смотри, бери ты за одну я руку. Давай, бери. Давай, тянем. Все, Селя, не надо. Ай, сколько не тянем. И вот, смотри какой. А вот смотри какой. А какой? Классно. Да, есть, он не поломается? Нет. Он крепкий? Да. Видите? Вообще классные чечики. А это? Не, они не порвутся. Это классные игрушки вообще. Ах ты, спасибо. Пожалуйста, я знал, я для тебя держал их. О, покажи. Ух ты. Это ему дед дарил. Ух ты, еще. Спайдермен похож, да. Но Спайдермен, Спайдермен просто не из этого мультика. Это же все из одного мультика. Подожди. Ты рад? Давай опять. Спасибо тебе за подарок. Спасибо, папочка, мой герой. Спасибо, что мне эти дают. Ну что, друзья,
Конец дня. 58 минут. Я считаю, что я хорошо сегодня держался. Так что, друзья, я отделался малой кровью. Мне повезло, что Лена меня не потянула по каким-то дорогим бутикам, не начала меня просить то все, потому что, ну, я бы, конечно, зайчик... Ну, реально? Это... Так можно было? Ну, в некоторых видосах так делали, поэтому... Но у тебя, Лена, осталось мало времени. Точнее, у тебя все, уже времени нет. И у нас до конца дня остается ровно... Да стой, купи машину!